скучно вместе? Леонардо Ди Каприо встречается с 22-летней моделью Камилой Мароне. У прохожих на улице больше чувств, чем у этой пары. Камила грустит, и скрыть это она не в силах. Может, она всегда в таком настроении? А вот и нет. Когда смотрит на еду, глаза ведь горят. Еще раз на Лео и на еду. Камила – дочь модели и манекенщика, гены отменные. Камила очень похожа на мать Лусилу. Лусила несколько лет встречалась с Аль Пачино. Недавно они расстались. Как падчерица Пачино, Камила и привлекла Лео. Он встречается только с моделями, чьи имена на слуху. Добавляет себе популярности. Хоть что-то полезное от этих девиц. Просто воспользовался возможностью. В 45 лет Лео не женат и от детей старается держаться подальше. Чего не скажешь и Камиле. Единственный ребенок, с кем приятно общаться Лео, это шведская школьница Грета Тунберг. Она страстный борец за экологию. Как и сам именинник. На встрече с ней Лео даже улыбался. А обычно он хмурый и в капюшоне. На дорожках тоже вечно чем-то недоволен. То поставили не там, с краю, то Брэд Питт рядом мельтешит. Лео устал от его общества. Им пришлось вместе представлять фильм «Тарантино. Однажды в Голливуде». На дорожке соперничали кто эффектнее, кто главный красавчик Голливуда. Сегодня Лео вне конкуренции. Это его день, 45-й день рождения.